Всем привет! Начинаем с вами новый влог. Лерка у меня только с дневного сна проснулась. Игорь у меня уехал маме в огороде помогать, а я готовлю ужин. Вчера у нас макароны с тушенкой были, потому что мы с утра ездили в парк, я не успела ничего сделать. Ездили дверь выбирать. И я готовлю здесь, ну, подобие овощного рагу. Может быть, это и есть овощное рагу. Здесь все овощи, которые у меня были и в заморозке, и так. С картошкой, с говядиной, приправки, чесночок. И сделала салатик. Здесь у меня такой вкусный салатик, Игорь его обожает. Здесь у меня красный перчик, фунчоза, капуста, морковка. Ну и, как всегда, уксус, масло, сахар, соль. Вот такой вот он вкусненький получается. Я раньше просто делала... А здесь еще огурчик свеженький. Раньше просто делала без капусты, а вот сейчас добавляю с капустой. Мне прям нравится. Ну, он как-то пообъемнее его больше сразу же кажется. И я сейчас, смотрите, как делаю. Вспомнила лайфхак, который меня учили в ресторане, когда я практику проходила. У них всегда в холодильниках, в ведрах лежала картошка, морковка, чтобы вот когда заказ какой-то сделали, раз-раз-раз, там они приготовили, ну, чтобы не чистить, да, постоянно. И у них так стояло, наверное, дня 3, может быть, не знаю сколько, не помню. Но это удобно, когда каждый день есть что готовить из этих продуктов, да, либо картошка, либо суп, или еще что-то. Вот я на супчик еще оставила 3 штучки. Это очень удобно. Ничего не случается с ней. Так в водичке лежит морковка с картошкой, и все. Вот я сейчас я с утра почистила, сейчас вот овощное рагу приготовила, и 3 штучки еще на супчик у меня на завтра осталось. Вот, очень удобно, присмотритесь. А еще мне нужна ваша помощь, ваш совет. У меня Лерка разрисовала мячик и прыгунок резиновой ручкой. И я не знаю, чем отмыть. Растворитель не помогает, отбелизна не помогает, спирт не помогает. Ой, меламиновая губка не помогает. Просто не знаю, что делать. Но на мячик-то мне без разницы, а вот прыгунка зайчика мне очень жалко. Потому что не отмыть. Вчера в парке игрушку купили. Мы заезжали на полчасика чисто так прогуляться. Да? Лерке понравилось. Кстати, насчет меламиновой губки. Первый раз ее покупала, никогда еще до этого у меня ее не было. Сегодня, кстати, с помощью спирта и воды помыла окна, кристально чистые, прозрачные, и отмыла подоконники меламиновой губкой, такие прям они чистенькие стали, мне понравилось. Девчонки, я хочу вам показать жилеточку, которую я заказала Лерочке. Это флисовичок бренд, это российское производство, город Ижевск. Я заказала эту жилеточку на Валберес, у нас 86 размер. Давайте вообще расскажу про нее, потому что я в восторге. У нас малиновый цвет, там есть и другие расцветочки. Первое, что мне нравится, то что она флисовая, она очень теплая, ребеночек не замерзнет. И еще там 150 грамм утеплителя внутри. Мы вчера вот в сильный ветер гуляли, и Лерочке было тепло. И здесь капюшончик тоже очень удобно. А также здесь есть вот такие вот резиночки, тоже хорошо прилегает здесь хорошо прилегает. Тут тоже очень хорошо все прилегает, и ветер не поступает. Ребеночку будет тепло. Также еще один плюс в этой жилеточке, то что здесь есть ветрозащитная планка, вот такая вот. Когда ты замочек закрываешь, ветер уже внутрь не поступит, ребеночка тоже не продует. Также смотрите, что я вчера нашла. Здесь есть карманы, это так здорово, обычно на детской одежде нет карманов, а они такие, ну, нормальные, вместительные, на всю мою ладошку идут. Можно игрушки какие-то положить, вкусняшки. Сами видите, то, что курточная ткань здесь простегана, и обработка здесь есть водоотталкивающая. Это, конечно, большой плюс, если дождик начнется, то жилеточка не промокнет.
Я вам оставлю артикул, кто хочет заказать на Wildberries. Вот. А если будете заказывать на сайте, то у меня для вас есть промокод Лопатина на скидочку 10%. Действует он с 16 мая по 31 июля. Вот. Действует на все курточки, жилеточки, кроме аукционных товаров. А если будете заказывать с 12 по 15 мая, там сейчас проходят скидки, то этот промокод будет действовать плюс 5% к основной скидке. Итого будет 25% на все курточки и жилеточки. Так что пользуйтесь с удовольствием. Жилетка — это, конечно, лучшая одежда для весны. И я себе жилетку купила, и муж себе жилетку купил. Теперь есть и у Лерочки какую-нибудь, да, легкую кофточку одел и сверху вот такую вот жилеточку. И прям вот замечательно. Например, когда на улице тепло, но дует какой-то холодный ветер, не очень приятно. Такая жилеточка просто выручает. Так что обязательно заказывайте. Посмотрите, какая она теплая. Просто потрясающий цвет, очень красивый. И вот такой вот плисовичок здесь. Вот, еще раз повторюсь, размер у Лерочки 86. Носит она у меня сейчас примерно 80 размер, но на ней идеально с какой-то плотной кофточкой сидит. Кто там? Вия. Вия. Мозочки, да? Мозочек пришла смотреть. Ой, кушают козочки, да? Только не подходи близко. Вия, да. Кушают, ням-ням. Ням-ням-ням. Так, а мы пришли в теплицу, потому что на улице очень сильный ветер. Лерка вон уже схватила лопату, сейчас будет копать. Вот, дочь, вот тут копай прям, копай земельку. Смотрите, у меня редисочка. Уже скоро редиску будем кушать. Так, это у меня, наверное, укропчик. Тут укропчик. Огурчики надо пересадить. Здесь два штучки, а то здесь тоже два штучки. Здесь огурчики. Так, здесь у нас опять редиска. И здесь у нас салатик. Вот это тоже огурчики у нас. Смотри, одна помидорка. Что-то с ней случилось. Не знаю, выживет, не выживет. Остальные помидорки уже практически все Игорь подвязал. Перчики тоже, смотрите. Ой, ты боже мой, смотрите. Перчики маленькие. Круто вообще. Вот как-то так. Да, давать? Лерка в новой жилеточке гуляет. Сегодня уже в город не ездили. Классные, вообще классно, мне нравится. Да, дочь? Копай давай. Ой, ты молодец моя. Что это такое, редиска? Да. А я себе тут на волосы масло сделала, накрасилась, Лерку искупала. И говорю, у меня сегодня на сутки ушел. Заказала я себе вот такой вот тональник. У меня, потому что от Faberlic уже заканчивается, решила попробовать. Столько отзывов хороших было просто. Я на Сбермегамаркет заказывала. Это 13-й тон, это самый светлый, и он подстраивается под цвет кожи.
Сначала я когда на руку нанесла, мне казалось, он такой темный. Ой, отпечаталась. Испугалась, короче, думала, вот деньги на ветер потратила. Сейчас нанесла, и мне прям понравилось. Ну, как бы переходов никаких резких нету. А он так легко прямо наносится после Faberlic, который у меня. Ну, и как бы хорошо перекрывает. Я раньше Альянс Перфект L'Oréal постоянно пользовалась. Ну, хочется что-то новенькое. Но запах, блин, как вот бабушкины духи вот эти вот. Ну, такой старый запах, конечно. Он сейчас на лице не пахнет, а вот когда наносишь, не очень приятно. И вообще я дезодорантами, ну, не люблю пользоваться. Я не люблю, когда у меня перебывают духи, дезодорант. И он, не знаю, он не помогает вообще. Никогда не видела эффекта от него. Но я уже, наверное, года 3-2 не пользовалась. Решила заказать. Причем отзывы такие хорошие на него были. Писали то, что аромат офигенный, помогает офигенно. Но я только один раз попользовалась, еще не знаю. Но запах, боже мой, все дезики пахнут одинаково. Что Рексона, что Нивея, что Дав. Такой прям, ну вот... А, вот когда девушка проходит мимо, сразу понятно, то, что от нее пахнет дезиком, а не духами. Почему не могут сделать нормальные? Надо, может, попробовать какой-нибудь вот эти кристаллы. Продаются. Кто пробовал, напишите. Вот. Я думала, по правде будет хороший запах, потому что столько отзывов хороших было. Думала, может, хоть в этот раз повезет, но нет, прям такой вонючий запах. Прям обидненько. Потому что я вчера набрызгала в комнате, прям невозможно было ходить. Аж Игорь ходил и кашлял. У меня, видите, какой фон. До сих пор у нас бардак, то, что все из детства, все здесь у нас. А, так. Мне вопросы задавали, хочу сейчас ответить на них. Первый вопрос был про дверь. Мы вчера еще в один магазин съездили, посмотрели. Первую дверь мы выбрали в магазине Prestige, посчитали нам все, и мы на следующий день поехали. Вчера вот ездили Чебоксарская фабрика. У нас родственники брали там дверь, но, короче, нам посчитали еще больше по сумме. И, не знаю, продавщица сама меня как-то отпугнула. Она начала что-то другое нам советовать, что-то дешевле, что-то где-то у нее там в гараже лежит. И, короче, вот это вот меня само все отпугнуло. Я говорю, нет, не будем здесь брать, закажем, где уже выбрали. Тем более по сумме выходит дешевле намного. Завтра приедет замерщик. И после замерки можно сразу поехать в магазин и уже заказать эту дверь. Ждать надо ее 45 дней. Но как раз у нас времени много, у нас очень много времени нужно для двора. Игорь собрался стелить рулонный газон. Мама. Он вчера заказал Мама. Детскую площадку уже. Мама. Что? Бобо, да? Детскую площадку уже вчера заказал. Работы много, ему всю землю надо счищать под газон. Вот. И торопиться нам некуда. Будем потихоньку-потихоньку. И спросили меня, не боимся ли мы то, что двери потом уйдут с производства, и мы не сможем заказать две другие двери. Как бы нам одна дверь, полностью комплект, с установкой вышла в 32 тысячи. Это массив дерева, это, можно сказать, самая такая высокая комплектация. Из-за этого нам дорого вышло. Но для этого, чтобы заказать три двери, надо 100 тысяч. У нас просто не лежат 100 тысяч в шкафу, чтобы потратить их чисто на одни двери. У нас куча другой работы, и тем более потом не знаем, что будет в комнате. Надо менять люк, здесь будет много черновой работы, надо его убирать. В ванной тоже не знаем, что там, стены будем, не будем сносить. Но мы, конечно же, уточнили. Нам сказали то, что это самая классическая, самая ходовая дверь, и она точно никуда не денется. Ну, в течение 5 лет она точно будет, и мы, наверное, уж поставим в течение 5 лет их точно. Дверь мы выбрали, какую хотели, она прям идеальная. Я очень довольна, если честно. Потому что вот это вот из опилок у нас тут и ручки отваливаются, и сама она ходуном ходит, то она сильно закроется, то она вообще не закрывается. Она сильно влагу чувствует. Это, конечно, ужас.
Вот. Обои я тоже передумала. Я решила вот покраску обои делать, потому что это ребенок. Она все равно будет рисовать. Не хочу никакие моющие, ничего такого, потому что я знаю, что это все фигня. У нас были моющие дома у мамы. Не хочу. Мне надо чисто белые, чтобы я их могла в любой момент красить. Да их потом можно и в серый покрасить. Вот, будем выбирать обои под покраску и будем красить их в белый цвет. Просто комната будет идеально чисто белая. Кровать будет только серая, и все. Рулоны шторы белые, стены белые, ламинат чисто белый. Только розетки и ручки будут у нас черного цвета. Вот. Про подоконник еще не знаю, мы еще ничего не решили. Я его меламиновой губкой вроде как отмыла. Вот, может быть, оставим наш подоконник. Потому что мы боимся, что вдруг у Игоря не получится поставить из керамогранита. Мы хотели такой под мрамор делать, но работы там очень много. Может быть, пока этот оставим. Вот, и потом уже будем кровать заказывать и телевизор заказывать, когда уже полностью ремонт сделаем в спальне. Так, отступили насчет ремонта. И еще вопрос мне задали, скучаю ли я по Ютубу, то, что я сейчас на Дзене. Нет, девчонки, не скучаю, потому что мне так нравится вообще на Дзене. Мне нравится то, что там деньги можно каждый день снимать. Там понятная статистика, там можно рилсы выкладывать, там можно посты выкладывать, там можно статьи выкладывать, там можно длинные видео выкладывать. И, не знаю, мне прям очень там нравится. Даже если я начну за рекламу платить на Ютубе, я буду также раз в неделю, раз в две недели видео дублировать просто с Дзена туда. И все. Но основной площадкой, наверное, я Ютуб больше не буду выбирать, потому что сейчас у меня куча свободного времени появилась. Мне не нужно целый день ходить с камерой, убираться специально на камеру, что-то делать специально на камеру. Это очень тяжело, когда нужно жить постоянно на камеру. Это надо как-то, я не знаю, в магазинах обязательно снимать, дома обязательно снимать. Если муж дома, тоже тяжело. Ну, и каждый день снимать, да, ради того, что надо выложить что-то, ради, чтобы что-то пришло из денег себе. Снимать каждый шаг, как ты сходил в туалет, как ты покушал, как ты помыл полы, как ты оделся, и вот это каждый день, я так не хочу больше. Вот у меня сейчас накопилось много новостей, я снимаю сразу влог, чтобы вам все рассказать. И вот раз в неделю, раз в две недели это вот так достаточно, а там вот можно посты, статьи выкладывать, еще выговариваться, как-то их нормально читают. Вот, так что дублировать я, да, буду, но вести уже основной канал, наверное, уже не буду. Как время покажет. Так, мы с Леркой сегодня вдвоем. Игорь у меня на сутки ушел. У него сейчас подработки пошли, ремонт оттягиваться все будет. Завтра он, наверное, поедет в Леруа Мерлен, будет покупать розетки и ламинат, наверное. Может быть, дверь закажет, если завтра с утра замерщик приедет. Может быть, он послезавтра приедет. По-моему, в субботу приедет. Вот, а на следующий день он будет этим делать, уже розетки там менять нужно, их в другом месте делать. А? Потому что у нас по две штуки. Бобо, у тебя, да, синячок? Потому что у нас там по одной, по две штучки, надо по телевизору три сделать, около кровати три сделать. Вот, шкаф, кстати, переставлять напротив окна будем, там он около кровати будет стоять. А где сейчас шкаф стоит, там будет стеллаж с игрушками стоять и телевизор сверху висеть. Вот так вот. Короче, все потихонечку будем делать. Времени у нас есть до конца июня, полтора месяца. И торопиться некуда. Будем потихонечку, не торопясь, что-то делать. Вот. И уже, по-моему, в субботу привезут детскую площадку. Надо тоже стелить газон сначала. И только потом Игорь будет эту площадку собирать. И я знаю то, что мне будете писать про... обои под покраску, то, что это неудобно, это плохо, есть такие люди. Но есть такие люди, которые просто в восторге от этих обоев, они довольны. Много обзоров смотрела, многих блогеров, да. У Аллы Погодаевой везде, во всей квартире эти обои под покраску, она их сколько раз уже красила. Так что я не хочу никакие цветочки, никакие узоры, это вообще все не мое. И вот эти звездочки, которые я хотела, я знаю то, что... Сейчас, да, они в тренде, у всех блогеров смотрю эти обои. А потом, через месяц, они опять уже... все их не будет, и они опять станут скучными, они быстро надоедят. Я хочу идеально белую комнату, тем более она только 9 квадратов.
и хочется, чтобы она была светлая. Детская должна быть не аляпистые, там должны быть аляпистые только игрушки, чтобы не отбивать никакое внимание у ребенка, чтобы ему было спокойно. И все-таки потом ей будет 16 лет, 15, 20, и это ее будет комната, и не хочется там делать какие-то звездочки, а потом опять делать ремонт, чтобы ей было комфортно. Кровать тоже у нас будет серая, без каких-то там штучек, чтобы как у принцессы. Просто кто-то скажет, лучше штукатурить стены, шпаклевать ровненько, да, покрасить, это намного лучше, намного удобнее. Но мы же не специалисты, надо нанимать человека и отдавать ему кучу денег, вот. Как-то так. У нас просто и так этот ремонт по щелчку начался, мне просто взбрело голову, надо Лерку типа переселять туда, уже сделать окончательно. Мы начали с этой комнаты, потому что она самая легкая. Здесь просто надо потолок менять, люк на крышу переставлять. В ванной тоже очень много работы, на кухне тоже, в зале очень много работы. Там стены сносить надо, кухню переставлять, там очень много работы. А в детской ничего делать не надо. И я решила вот быстренько-быстренько за месяц управиться с этим ремонтом. И все, и чтобы ребенок уже знал свою комнату, потому что она уже взрослая, и хотя бы днем она там будет спать. Вот, телевизор у нее будет висеть, кровать своя будет, и уже как-то, ну, поспокойнее будет. Так, может быть, кто-то еще напишет насчет белого ламината, и то, что это непрактично, его нужно отмывать, там видно весь мусор. Это большой плюс, то, что на нем видно весь мусор, потому что я ненавижу наш пол, на нем не видно никакой пыли, ты не знаешь, где грязно, где не грязно, приходится выключать свет, включать мой пылесос с подсветкой, и только он видит какую-то пыль. Я убираюсь в темноте, можно сказать. И меня это жутко раздражает. Мне вообще не нравится, когда полы какого-то оттенка. Особенно вот это вот под дерево. То он не желтый, то он не серый. Я не люблю. Мне так надоело этот цвет. Я хочу, чтобы просто все белое было. И я люблю мыть пол. Для меня не составляет вообще труда. И даже хорошо, если я буду видеть какие-то волосы, какой-то мусор. Пылесосы у нас в каждой комнате. Взял, пропылесосил и все. Но сегодня, видите, какая опять дурацкая погода. У нас всю неделю дожди, ветер. Здесь вот мои цветочки все. Вот здесь вот в горшочках все. Ой, надеюсь, приживется. Вот эта вот одна пока прижилась. И жду у остальных корешки. Мы вчера вишню купили. Купили одну кустовую вишню. Вот эти вот три штучки. Одну кустовую вишню, она маленькая будет. И две черешни купили. Ну, решили взять черешню, потому что она и крупнее, и вкуснее. Вот, кстати, земля, которую Игорь соскребает для газона. А там у нас уже кусты, там смородина, кружовник. И за теплицей у нас яблони. Вот, будем уже с вами заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте свои комментарии, лайки. А, кстати, вот, вот это все у нас потом все здесь будет в газоне. Надеюсь, до конца лета все сделаем. Работы много.